В Джалабадской области задержан бывший глава Кызылтуйского Айлыкмыты Сузакского района. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По ее данным, он водворен в ВВС. Установлено, что, будучи главой Кызылтуйского Айлыкмыты, используя поддельные документы, оформил земельные участки, относящиеся к категории сельскохозяйственного назначения под строительство индивидуального жилого дома на подставных лиц, некоторые из которых являлись родственниками главы Айлыкмыты. После чего земельные участки перепродавались третьим лицам, сказали в ведомстве. В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к данному факту.